Описание односкатной крыши, которая является крыльным тренажером для обучения учебных мастерских. Разберем наши основные элементы фальцевой кровли. Общие элементы. Мы имеем рядовое покрытие, вот оно. Если мы будем смотреть, начиная с трубы, то вот у нас первое рядовое покрытие, второе рядовое покрытие из двух картин. И вот у нас рядовое покрытие. Вот рядовое покрытие, подводка к крыжеловку. Здесь у нас рядовое покрытие, подводка к крыжеловку. Здесь у нас рядовое покрытие, подводка к крыжеловку. И вот самое крайнее, с правой стороны, это у нас стартовая картина. Она у нас сделана из рулона. А предыдущая вот эта картина у нас, вернее, рядовое покрытие и нижняя из двух состоит картин. Ну, будем сейчас рассматривать наши элементы кровли. Начнем, как это обычно все делается, снизу. То есть снизу у нас имеется передняя планка, вот она. Передняя планка выполнена, еще и называют лобовая. Ну, это такое название какое-то колхозное. Эта планка передняя выполнена при помощи рядовых картин двойной стоячий фальц. То есть двойной гребень имеет радиусное окончание гребня внизу. Вот здесь все это видно. Если это все увеличить, то вот так это все выглядит. Ну и это вот у нас с правой стороны, это у нас торцевая планка, она тоже объемная, таким же способом выполнена. Ну, вот все. Теперь у нас идет, сейчас будем описывать скат, чтобы было понятно. Немножко его уменьшим. Вот у нас есть скат. Есть гребень на этом скате. Вот он отсюда начинается. Вот отсюда он начинается сверху. И заканчивается снизу. Начинается гребень сверху. И заканчивается гребень снизу. Поэтому мы называем это то, что у нас внизу, окончание гребня. Вот здесь вот это все окончание гребня. Вот сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот шесть окончаний гребня выполнены по-швабски. Окончание гребня по-швабски. Его еще также называют в Германии окончание гребня по-французски. А в самой Франции его называют окончание гребня кошачий язык. Эгу де ша. Это эгу де ша. Вот немножко истории. Затем поднимаемся мы кверху. Это у нас окончание гребня. А сверху у нас начало гребня. Так вот здесь везде начало гребня. У нас ломанный гребневый фальц. У нас раз, два, три, четыре, пять. Вот у нас
5 ломаных гребневых пальцев. Здесь у нас получается ломаный гребневый фальц. Он у нас выходит на примыкание, поэтому он у нас ломаный. То есть здесь у нас идет коньковый продух, как правило. Или если у нас, например, нет конькового продуха, то у нас здесь может быть стена. То есть соединение рядовой картины с примыканием — это и есть ломаный гребневый фальц. Всего гребневых соединениях с подъемом их всего 3. Ломаный гребневый фальц, радиусный гребневый фальц и заваленный. Вот 3 вида начала гребня. Больше не бывает. Ну и здесь далее идет, что у нас интересно. Здесь у нас идет устройство воротника дымовой трубы. Сам вот этот вверху колпак. Сейчас поближе сделаем. Вот так это все выглядит. Ну, интересно, здесь такой элемент, как слуховое окно. Вот оно, слуховое окно. И оно у нас имеет двускатную вальмовую крышу. Двускатную вальмовую крышу ему имеет. Вспоминаем форму крыш. Двускатная. Вот у нас один скат. С другой стороны второй. И вот это то, что у нас впереди, это вальма. Вот она у нас тоже так выполнена. Интересно. Здесь у нас идет с правой стороны разжелобок. Еще называют яндава. И с левой стороны у нас имеется разжелобок или яндава. Здесь у нас идет с правой стороны, как мы видим, разжелобок. И подводка рядового к разжелобку. Раз. И с этой стороны 2. А здесь у нас идет уже. Вот здесь сверху самое. Это коньковый гребень. Здесь он тоже имеет изогнутую форму. Это считается тоже очень сложный элемент кровли. Ну и далее здесь у нас внизу. Еще что у нас есть из имеющихся? Ну, здесь у нас еще имеется вот эта картина, которая подходит непосредственно к остекленному вот этому окну. В столовом окне вот она справа и слева. Вот здесь вот тоже по линии имеется, так как она у нас здесь имеется, тоже перелом. То есть дополнительная трудность. Ну, таким образом мы что видим на картинке? Мы видим здесь на картинке односкатная крыша. Подытожим. Друзья, для просмотра видео целиком переходите на Boosty. Поддержите автора донатом и получайте все видео автоматом. Ваши донаты развивают канал, стимулируют автора на новый интерактивный контент, новые проекты и переводы. Донат ему, я очень рад, поет Алекс Фальц. Элементы кровли. Внизу у нас окончание гребня. Сделано по-швабски. Окончание гребня по-швабски. Вверху у нас начало гребня выполнено ломаным гребневым фальцем. Ломаный гребневый фальц. С левой стороны у нас дымоход или труба камина, сделано устройство воротника. Ну, тут какое-то такое
немножко необычная. И у нас слуховое окно двускатное. У нас тут здесь двускатная вальмовая крыша. Двускатная вальмовая крыша. И два рыжеловка справа и слева. И подводка. Вот если вы это все умеете делать, то вы кройщик, то вы фальсмастер. Вас можно пускать на крышу. До следующих встреч. Успехов. Друзья, для просмотра видео целиком переходите на Boosty. Поддержите автора донатом и получайте все видео автоматом. Ваши донаты развивают канал, стимулируют автора на новый интерактивный контент, новые проекты и переводы. «Донат, донат ему, я очень рад», — поет Алекс Фальц. На Boosty мой любимый Павка, давай, Серега, заплати. Донат ведь небольшой, плати. Донат, донат я заплачу. Всего 2000 я хохочу. Автор старается, видосы заливает и наши знания качает. А мы донат, донат, донат. И каждый скажет, я так рад. Эх, Фальц, донатом веселей. Плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно. Донат большой такой, ой-ой. Не жалей своих монет. Каждый донат наш ответ. Поддержим автора, не жаль. Посмотрим смело вдаль. На Boosty автор наш в тиши. Донат ведет нас выше. И каждый платит без затей. Плати, станет веселей. Эх, Фальц, донатом веселей. Плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно. Донат большой, ой-ой-ой. Не за горами, а за нами, нами-нами. Автор старается, видосы заливает и наши знания качает. А мы донат, донат, донат. И каждый скажет, я так рад. Эх, Фальц, донатом веселей. Плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно. Донат большой, ой-ой-ой. Не за горами, а за нами, нами, нами. Та-та-та-ра-та-та-та-та. Та-та-та-ра-та. Эх, Фальц, с донатом веселей. Плати, не думай, не жалей. А ссылка будет непременно. Донат большой, ой-ой. Не за горами, а за нами. Нами, нами, нами.